волнение души. Славой твоей, созерцанием святым, проникну в мысли твои. Свет горит во тьме моей, просвещающий глаза мои. Снова, снова крести меня в свой покой. Крепко, крепко связаны в духе с тобой. Мощно, мощно направлен полет неземной волны. Сделать рабом, идущим в ногу с тобой. Твой мотив не объясним, так просто его не понять. Отдаешь себя всецело, доверия объятия познать. Знаю, знаю, что посвящен я тебе, отмечен. Отмечен печатью царя на челе, призван, призван являть образ вечный. Тебя познан, познан, отображать славу Отца.
Господь Иисус. Приготовил для тебя. Почему ты довольствуешься малым? Почему ты ищешь ничтожного? Почему ты идешь путями, которые разрушают и не назидают тебя? О, я имею настолько больше, чем ты можешь себе представить. Я отдаю тебе свое сердце. Я отдаю тебе свой разум. Разве ты не хочешь знать мои мысли? Разве ты не хочешь ходить моими путями? Разве ты не хочешь молиться, как мой слуга Моисей? Покажи мне славу твою. Покажи мне пути твои, чтобы я мог познать тебя и продолжать находить благоволение пред очами. Ищи меня. Я есть им откровение. Всех откровений. Я есть тот, кто открывает тайны, кто знает, что во мраке и свет обитает со мной. Чего ты боишься? Чего ты страшишься? Чего ты пугаешься? Почему тогда, когда я призываю тебя, ты бежишь от меня? Беги навстречу мне. Я открываю свои руки для тебя, чтобы ты бежал навстречу мне. Чтобы ты целовал мое лицо, чтобы ты обнимал меня, чтобы ты касался моих рук, пронзенных гвоздями, чтобы ты знал меня не понаслышке, не теологически, не интеллектуально, но практически и близко. Если это не изменится, то ничего не изменится.
Ты можешь использовать любую формулу. Ты можешь брать за основу любое учение. Ты можешь бегать за учителями, но ты никогда не насытишься, потому что я твой учитель. Только я насыщаю душу алчущих, жаждущих. Я напояю их от святых источников небесных своих. Послушай сегодня. Я говорю к твоему сердцу, сын, дочь, я приглашаю тебя туда, где я обитаю, туда, где я нахожусь. Взойди, и я покажу тебе, что надлежит быть вскоре. Дверь открыта, посмотри, дверь открыта, и вступи, зайди верой, ходи, как Енох, передо мной, и тебя не станет, ибо я, мой свет, моя слава взойдет над тобой. Ты пытался изменить многое в своей жизни. Ты пытался изменить многое вокруг себя, но это не работало. Зачем ты стараешься? Почему бы тебе не войти в мой покой и позволить мне совершать ту работу, которую я желаю? Развяжи мне руки. Выпусти меня из темницы. Открой двери и дай мне явить себя, каков я есть. И ты никогда не будешь разочарован, ибо надеющийся на меня никогда не постыдится. Не будь тем поколением, которое закрыло уши голосу Божьему и которое закрыло глаза, чтобы принять от Него то, что Он показывает. Твое смирение не в том, чтобы бежать от меня. Твое смирение в том, чтобы бежать ко мне. Песня была запланирована, все, что было после, не было.